поводу притчи подвала. В чем мораль этой притчи? Состояние человека, который ощущает себя находящимся в подземелье. И такая его жизнь. Что все его товарищи развлекаются, радуются, а он, бедолага, остается в подземелье. Это его жизнь. Поэтому он должен напрячься, приложить усилия, обдумать процесс, цель, и, исходя из этого, прийти к тому, чтобы оправдать Творца.